накануне ввели обязательный масочный режим. Это значит, что защитные маски граждане обязаны носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, в магазинах, аптеках и на предприятиях, которые продолжают работать. Но одно дело просто носить маску, другое – делать это правильно. Минздрав Челябинской области подготовил для жителей региона рекомендации, которые нужно соблюдать. Во-первых, старайтесь не прикасаться к тканевой стороне маски и снимайте ее за резинки. Во-вторых, не переворачивайте маску и носите только одной стороной. Третье правило – тщательно мойте руки с мылом после прикосновения к использованной маске и после ее утилизации. Кроме того, подбирайте маску и носите ее правильно. Она должна плотно прилегать к лицу и закрывать не только рот, но и нос. Это важно. Не забывайте вовремя менять одноразовые маски. Срок их ношения не больше 2 часов. Кроме того, одноразовые маски ни в коем случае нельзя использовать повторно. Утилизировать их тоже нужно по правилам. После использования поместите маску в пакет, герметично закройте и выбросите этот пакет в мусорное ведро. Если у вас многоразовая маска, не забывайте ее стирать и утюжить перед тем, как надеть ее снова. И не забывайте, что за несоблюдение масочного режима могут оштрафовать.